Две недели назад председатель Народного собрания Республики Хизри Шихсаидов провел прием граждан. Среди обратившихся тогда заявителей была Гульнара Хамидова, приехавшая из селения Калинин-Аул Казбековского района. Она просила оказать помощь в получении инвалидной коляски для ее мужа, инвалида первой группы. Эту проблему решили. Коляску предоставил Фонд социального страхования. Заместитель управляющего региональным отделением Шарабудин Дариш Магомедов отметил, что сразу же после обращения Хизри Шихсаидова было принято решение помочь инвалиду. Коляска комнатная, многофункциональная и удобная. Вообще в фонде стараются оперативно решать проблемные вопросы, а обеспечение инвалидов необходимым оборудованием и материалами проходит в строгом соответствии с планом. В связи с этим решением мы оперативно, в принципе, они у нас на складе были и решили обеспечить в кратчайшие сроки вот коляску со всеми функциональными, с функционалами обеспеченными.